Всем здравствуйте, с вами Счастливая Улитка. Как я и обещала, видео для куклы, в моем случае Барби, будут выходить дальше, но теперь с перерывом. Сегодня покажу вам кроватку для куклы. У меня Барби. Эту игрушку мне собрал папа. Из трех фанер, двух реек и, кажется, 8 шурупов. Приклеиваю поролон к спинке. И начинаем обтягивать кожзамом. Он у меня остался от обтягивания стульев. Ссылка на то видео будет в описании к этому. На видео про обтягивание стульев. И мы сшиваем скобами. Ссылка на обзор этого степлера также будет в описании к этому видео. Обтянули как над головой, так и где ноги. Где голова, мы прокладывали поролоном. Где ноги, просто обтягивали. Сначала красить кроватку не собиралась, а потом решила покрасить. Теперь матрас. Поролона такого куска у меня не было, поэтому сшиваю. Ткань на камеру не получается такой белоснежной, как в жизни. По размеру поролона отрезаю кусок ткани. Ткань сшиваю, соответственно, поролон поместив внутрь. Нитками делаю перетяжки. Вот что получилось в итоге. Давайте вспомним предыдущие 10 видео подряд про одежду для Барби. Все ссылки на эти видео, на всю эту одежду, будут в описании к этому видео. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за внимание. Будут еще видео про кроватку, но не сразу, постепенно. До свидания.